Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Да, братаны, новое дерьмо. Мишаня, сам. О, пацаны, да, еще два человека, я был доволен. Ради 20 раз можно это было включить. Последнего альбома, который был, окей, на Cypher делал, и на новом альбоме тоже будет кое-что. Я в этот раз звуком доволен. Следующего. Next track, please. Четыре года, сейчас пять будет уже. Че Мишань заценил? Real hip-hop shit. Real trap shit. Вот этот трек Санек слушал, когда приезжал, кстати. Бля, вообще, написать час, 30 минут, а доделать до конца много времени уходит. Да, братан, я проебался. Я в начале трансляции сказал, что я проебался. Завтра днем выложу. Сегодня уже поздновато. Поэтому я сделал такое вот онлайн-прослушивание. Так сказать, сниппет трансляция. Да, именно 18:00, все верно. Охуенно. Да пропиздоболился, базара ноль. Ну что поделать? Не-не-не, все будет завтра. Днем, наверное, часа в 3-2. Точно уже. Потому что вот он уже. Его, считай, выложить осталось. Я с американцами сейчас работаю. Базар в том, что надо ждать. Сейчас будет тейп. Очень крутой, скоро, следующий. Там все. Там половина ваших любимых артистов будет. Да, есть такая тема с переездом, но она такая достаточно рискованная, я бы не советовал. Йоу. Пацаны, вам на монтаже новый музон сейчас подъезжает завтра. 8 треков. Ладно, next track. С вайтпанком мне не знаком. Не очень мне нравится
круто делает, но... Но как чувак он мне не очень нравится. Вот это вообще baby shit. Давно такого не было, чтобы я еще после мастеринга слушал треки и мне было в кайф, прям так. Райдеры, бля, это мой чувак. Я, бля, пизда. Бля, еще я слушаю нормально, вы через телефон. Бля, это пиздец. Когда послушаете наушников, я думаю, вы охуеете все. Бля, Лил Морти хороший скейтер, но дерьмовейший рэпер. Мое мнение. Хуй знает. По мне залупа полная вообще. Слушай, BPM, классика жанра, ничего. Ну, разброс от сотки до 140, 150. Бывало делаю 160 и 93. Такая тема, типа. На любителя. Вот этому треку 2 года, если не ошибаюсь. Я вообще его нашел. Случайно на компе. Ну, Фараон, ну, то же самое. Мне вообще не очень их тусовка нравится. Они не лохи, не... Что-то там такое, там не хочу никого хейтить. Ну просто, ну мне не нравится, типа, ну, каждому свое. Кому-то фараон, кому-то не фараон. Не, ну, бля, приятно слышать, что под скейт. Я бы очень бы хотел, чтобы все пацаны в раз пригасили под мои биты. Ну, кто, пацаны, кто нормально гасит. Пачки, короче, всякие. Йоу, Тёмик. Все, чуваки, реально, кто еще не слышал, завтра все это дерьмо выкладываю. И займемся кое-чем очень серьезным. Я думаю, следующий альбом именно будет именно альбом. Это уже, наверное, будет сентябрь, начало, середина. Бля, не знаю, мэн, тебе виднее, наверное. Братан, не надо продавать биты, надо просто их делать, и кому надо, тот купит, сам тебе напишет. Типа с такой, короче, это влияет, короче, изначально цель того, зачем ты это делаешь. Вообще надо для себя делать, просто за движуху, грубо говоря. Биты ради денег, да, это очень глупо. Начинать творчество ради денег, это очень глупо. Это продажная хуйня. Типа, как если переводить в разговор рэперов, это фейк шит, понимаешь? Я делал, потому что начинал делать, потому что мне кореш очень сильно этой темой заинтересовал. Вообще очень, ну, интересно это все, типа, можешь, блядь, любую музыку сделать, какую хочешь. О, вот этот рычок. Не, коммерция тоже базара ноль, нормальная тема, но не ради этого надо начинать. Я бы на этом месте просто, если ребята делают круто, давал бы им просто так. Они в свою очередь тебя в будущем отблагодарят, поверь мне, это все вернется.
более, ты сам говоришь, пацаны из Штатов. Не каждому пишут пацаны из Штатов, и не каждый имеет коннекты такие. Так что делай так. Я думаю, так будет правильно. Напиши ему. Самая верная тема. Братан, ну... найди работу. Делай что-то. Что еще делать? Это жизнь. Бабки нужны. Ванёк, там трапа много, завтра будет, как бы, может, что-нибудь навалим. Ну, понимаешь, я тоже врубаюсь, какой янг трапа. Мне нужен этот, Ванёк с богемы, нахуй мне янг трапа. Я так просто живу нормально более-менее. Пытаюсь себя не травить никакой хуйней. Ну и на турничке иногда вешу и все. Baby tape. Сука горячая, как сука, сука горячая, как наггет. Нормально. Нормальный парень. Как битмейкер не очень, а как рэпак нормально. Без протеинов и стероидов. Бля, Ванёк, а можно по секрету вот так скажи мне сейчас? А ты что-нибудь употребляешь тяжелое из наркотиков? Да, кепка легендарная, год уже. Ну, пацаны, это высокотехнологичная кепка, даже когда в ней катаешься, на ней соль не остается. Ее можно просто полоснуть водой, и вечером и она на рэпе. Вот, Ванёк, по-любому это влияние водяры. Можешь, ну, на рэпе быть? Чё за, блядь? Было круто, когда ты курил. Ну, ты понял. Жалко, я был с тобой незнаком. Что? Не, я не знаю про гоустрайдинг, про движение эти Олега. Знать, пацаны, я... Пиздец, ёбаный мобильник нахуй лагает, я в ахуе вообще. Блять, что это такое? Ёбаный Apple ID. Йо, пацаны, малимольчик, вот за. Короче, это... как его? Да, пиздатая тема была. Да, бля, ебаный телефон, чуваки, я в ахуе. Короче, Ванёк, я тебе скину завтра, послушай всю хуйню. Заебал меня. Да потихонечку, бро, катаюсь, музычку делаю. Типа все потихоньку. Без резких движений. Бля, вы заебали с кепкой, чувак. Хватит, угомонись. Ванёк, 812 клан. Я честно первый раз в жизни слышу. Я Хаунтед Фэмили, бро. Майнкрафт тоже, пацаны. Не надо в Майнкрафт играть, это же жестко. Да. Вот, Ванёк, все, я тебя... Загорел нормально, вон. Но только это. Вот здесь. Здесь вообще вон белое. Здесь вон черное, бля. О, между тем, последний бит. Слушаем. Я хуй знает, честно.
Надо спросить, наверное, не будет. Не, братан, не таю, а это. А потею просто. Очень-очень подняло. Бля, пацаны, что-то какие-то вопросы стали кидать непонятные. Ванёк, ты набираешь просто хайпуху жесткую. У тебя девушка красивая очень, и все в ахуе. Все просто завидуют, и мне кажется, в этом и вся ситуация. Ну, вообще, похоже, что да. Ну, я хотел приехать в сентябре в Питер, но похоже, что отмена. Не знаю. И тут заебись. Короче, Ванёк, не обращай внимания на хейтеров. Нахуй хейтеров. Ты же как бы, ну, рэпак. Да, похуй должно быть. Давай, бля, пригоняй и... Если еще скейт-парк у меня на районе построишь, получше, чем у меня есть, я, бля, буду тебя просто нахуй. Я к тебе к себе заселю, будешь у меня жить. Базар. Ну, вообще, и без скейт-парка, конечно, приезжай, покатаемся, почилим. Ну, вообще, да, Ванёк. Тогда тут уж спереди не плюнешь, только если переплюнуть тебя. Кстати, бля, реально, если бы вы здесь двигались, мне кажется, намного больше бабла можно было бы поднять. Потому что здесь финансирование на парке наверняка огромное. Они тут, блядь, везде, этих скейт-парков. Да, в России, блядь, мне тоже скейт-парк был дома. Я бы сейчас катался бы миллион раз лучше. А я катался у школы по поддонам с уголком. Один годик. Ванёк, давай, кстати, да, приезжай. Мы вроде с тобой обсуждали этот момент. Чё там, да? А, дети, нахуй. Бля, ну, пацаны, у кого скейт... Нет, ну, для меня даже час или полтора ехать до скейт-парка, это очень заёбно. Когда ты выходишь из дома заряженный, тебе ещё ехать куда-то, это вообще полное дерьмо. Йоу. Так что дай бог всем в России настроить скейт-парков эпических. Ну вообще, бля, в Питере было покруче. Ну, типа, в последнее время, чем раньше. Вот DC Plaza появилась. Еще пару парков. Пиши... Если время будет, на Макбуче, не на Макбуче, погнали, почему нет? Да, футбол, футбол, ну хули, футбол. Статуя в честь водки, кстати, неплохая идея. Огромная бутылка. Путинка. Не, пацаны, ну, знаете что? С Путиным не надо его хейтить. Он нормальный мужик, просто и правильные вещи делает. Лучше него в России никто все равно бы ничего бы не сделал. Он хотя бы прикрывает жопу нашу от других. А то, что ничего не делает внутри страны, ну это другой момент. И вообще, пацаны, начать надо с себя, а не с него. Как минимум мусор выбрасывайте всегда в мусорное ведро, и в стране уже как минимум чисто станет. И не нужно будет просить коммунальные услуги все убирать. И так можно примерно с каждой вещью сказать. Не можешь добиться от чего-то от других, делай это сам. Зачем чего-то напрягать? А он занимается тем, чем он умеет. Он мусор, он защищает страну от бандитов. Так что, ну, понятное дело, что в идеале должно быть, что и людям хорошо, и страна в безопасности. Но просто... Бля, Россия огромная, нахуй. Это в Финляндии можно каждый уголок вылезать, что это маленькая страна, например. А в Испании. А чего, как всю Россию? Бля, там пол России, это тайга, лес, как, ну, маленькие города, труднодоступные. Так что, чуваки, нет, ну, это просто реалии жизни, ничего тут особо уже не делаешь.
Вот. Да и это. И, бля, вот. Короче, чувак или чувиха, вот с этими вопросами, бля, ну. Серьезно, что за, бля, хуйня? Я сижу здесь, как что-то лечу какую-то серьезную хуйню, а такую штуку спрашиваешь. Ладно, не суть. Короче, чуваки, не знаю, у кого какие цели в жизни, мечты, задачи, но, по-моему, бля, у всех как-то внутри заложено быть хорошим человеком. Типа, слушайте вот эту внутреннюю хуйню. Может быть, реально, типа, мир изменится, если каждый начнет с себя, как минимум. Не слышал Лил Вейна. Ну, в смысле, если ты не какой-то новый чувак, а Лил Вейн старый, классический, нормальный пацан. Много кодика пьет очень, но это его дело. Все. Бля, да, этот бит вылизан, пиздец. Я начал его уже 1000 раз. Я его давно написал. Я тоже не знаю. Слушай, наверное, тоже со временем просто не краснеют глаза. Я никогда не капал глаза нахуй эту хуйню. Типа, ну плюс у меня еще типа глаза это типа темные, поэтому это не так сильно видно, как у тех, у кого голубые глаза. Про Олега можешь почитать в Ютубе, ой, на Ютубе, в Инстаграме, блять, в Гугле там все есть, вот, да и на Ютубе тоже есть. Ну, братан, какие, сколько лет я курю? Очень адекватный вопрос, или это не ты задал? Не знаю, ну, суть в том, что на чем мне интересно, я отвечаю. А вот, кстати, про Путина, про воровство не знаю. Мне кажется, как раз-таки он особо-то ничего не крадет. Крадут другие ребята. Их намного больше. Да похуй на эти глаза. До меня мусора в России доебывались. Вообще, я там просто, в принципе, не курил, знаю точно. Просто с работы ехал, работал, типа, с переработкой. Я в ахуе был, конечно. Мне говорят, а, обкуренный, обкуренный. Я орал вообще. Братан, бесплатных битов вообще нету. Бесплатно никто ничего не делает в нашем мире. В школе пиздато все было. Я вообще до 18 лет типа ботаником был. Такая тема. Ну вот, вот. Именно эта тема. Я, сука, айфон. Да не, просто я говорю, надо начать с самого себя, даже не с депутатов. Ну, типа, реально, депутаты такие же люди, как и мы. Следовательно, они тоже когда-то были обычными. И они тоже ругались на других, кто ворует, а потом начали воровать сами, потому что так делают все. Просто надо разорвать эту, типа, ну, замкнутый круг. Что там? Бах-бах. Бля, не знаю, мэн, турист без связи, в общем, все. Неопределенный у тебя вопрос. 25, чувак. По настроению, конечно, бывает приходишь, хочется уебать трильчика, бывает врываешься на трэпе, бывает на бумбэпе. Ну, у меня есть какие-то определенные направления, которые... Ну, вот я прихожу, и да, я понимаю, что я хочу писать. А с битов, чтобы жить, братан, это не скоро. Это надо быть прям очень серьезным чуваком. Самый эпический расклад в данном случае... этот, как он называется? Лейбл, студия... И записывать людей, и делать с этого деньги. Вот. Да, и вообще вот про позитив, правильно. Ребят, просто чисто все на позитиве.
как типа такой тупой позитив должен быть. Надо искать позитив во всем. Даже если нет его, все равно должно быть позитивно. У Олега лежит целый альбом спродюсированный мной, он будет следующим после третьего. Так что все уже давно сделано. Да не, вражки реально, ну, может быть что-то изменится лет через 15-20, посмотрим. Да не, во всем мире сейчас странная хуйня происходит, так что, чуваки, живите сегодняшним днем и не напрягайтесь, не думайте о завтрашнем, все будет. Учиться поехал, менеджер, я уж кучу раз же говорил, что, типа, студенты. Да можно творить вообще без всего. Каждый выбирает свое. Йо, здорово, мэн. Индика. 4 года мы. Может, 5 уже. У Олега 3-й альбом в сентябре. Я думаю так, да. Да нет, почему? Воспитание же меняется с поколениями. Поколением пройдет, будет другое воспитание. Ты же уже не такой, как твои родители, например. Вот. Ну, 8 или 10 битов я ему отдал еще в декабре. Мы отобрали, и сейчас он работает над ними. Не надо, пацаны, заебывать его альбомами, ну, с этими вопросами, в смысле. Он и так работает достаточно продуктивно. Я считаю, все правильно делает. Просто взять и начать. Если ты хочешь, ты будешь это делать, в смысле. Ну вот, я тебе про него и говорю. Мерч, не знаю, с мерчем, пока не до такого. Вот так. Бля, вот сейчас опять пачка интересных вопросов. Ну, как додиком? Нет, я просто домашний парень. Я ходил в школу, делал уроки. На даче с летом развлекался с пацанами, как все дети. Кидал камни людям в окно. Там курил какую-то, ну там, травку, вот эту осоку или как, типа трубочки такие, прикалывался, что типа сишки курю. Ну, просто я не занимался хуйней, типа сик там, ну, бухал пару раз, там, типа в 16-15. Ну, мне вся эта хуйня в том возрасте не очень интересна была. Я играл там, типа, в комп, что-то еще делал, футбик, большой теннис, типа. Мне, типа, было и так чем заняться. Досочки сейчас новые подойдут, 2 модели пушечные вообще, готовьтесь, это пизда будет. Ну, я к тому, что я обычный пацан был, но просто это всего 3 месяца в году, я там какой-то хуйней занимался с шалопаями на даче. Что еще делать на даче? Гонять мяч и шалить. А типа, а все остальное время я, ну, типа, дома сидел, даже в школу ходил. Нет, хуйню всякой не употреблял. Я же говорю тебе, мэн. Да я ему много всякой хуйни сделали, типа. Я помню, бля, брали еще там, не знаю, лет 10, там, пульковые автоматы, пистолеты, бегали по даче, стреляли в людей, в себе, в друг друга, типа. Как, типа, командос там или еще какая-то хуйня. Да, там будет космический дизайн один, ты, я думаю, охуеешь. Ну, они оба космические, но один я вот сам себе пиздец очень хочу на стену. Я не знаю, конфликты вообще не круто, поэтому с данной точки зрения я не считаю не пиздато. А с другой стороны, кто начал конфликт? Если люди делают не круто и устраивают какую-то хуйню, может быть, они заслуживают этого конфликта. Но я не люблю конфликты. Я просто человеку бы сказал бы, ты делаешь так, мне это не нравится, и давай до свидания. Все. Да.
пиздатого, очень смешная шутка. И, ну, тогда вот можешь, в принципе, не смотреть, выйти, типа, раз... Ну, типа, раз я сам с собой болтаю, типа, и отвечаю еще и на твой вопрос, болтая сам с собой. Пушка. Казаки вообще, блядь, высшая тема. Казаки... как они там назывались? Последние доводы королей. Короче, вот это была пушка, я в казачков гамал. Да, было такое дело. Конфликт, хайп, да. Шаришь, есть такая схема, да. Ну, типа... это легкая схема. Можно хайпануть и без конфликта. Просто вот надо подумать, как. Пирожки Wheels на рэпе, пацаны. Из всех русских брендов, серьезно, это один из самых, по мне, удачных, типа, в плане качества, в плане всего. Вот. Бля, спасибо, пацаны, от души. Doom 3, я помню, играл. Quake, но это уже давно было. GTA San Andreas, Vice City... Не, пацаны, ну чё, мы все играли в одно и то же в детстве. Ну, я не знаю, у кого там еще был Дэнди, Дюк Нюхем, блядь, рыпак, шаришь. У кого PlayStation, у кого Дэнди, Sega. У меня была плойка первая. Типа, я играл там, не знаю, в Crash Bandicoot, типа... вот, пацаны, кто, типа, кто в теме, тот поймет. Вот эта хуйня. Вот, и дракона, спайра гонял. Пушка, вообще столько игр было охуенных. Fortnite люблю, хочу поиграть, но что-то вот у меня с PlayStation покупочка четвертого пока накрылась. Надо денежку на другое потратить. Crash был вообще лучше. Это, блядь, я недавно перепрошел, я вышла новая ремастеренная версия, типа, с новой графикой, это пушка вообще. День ВДВ, да, кстати, сегодня же день ВДВ, по-моему, или там когда. В общем, нет, здесь нет ВДВ, к сожалению. Бля, кофешоп, напиши мне в DM, я тебе скажу, куда сходить. Вот так. Послушать. Да слушай, не знаю, все хорошо. Мне сейчас нравится Ace of End. Я много старого переслушал сейчас. Гэнгстара, например, с удовольствием вообще. Да, братан, видишь, все меняется. Типа, у меня тоже в детстве велик Кама был, а потом просто со скоростями. 24 скорости, Шимоноху и Мано, все дела. Вот. Не Crash Bash. Crash Bandicoot называется эта игра. Вот. А сейчас вижу детей айфоны, интернет, вся хуйня. У меня интернет-то появился там, ну, во времена Vice City, наверное, где-то так. Не помню, какой это год был. Да, плоечка вообще рэп. Йо-йо. Короче, это... Блядь, ну, я считаю, что, не знаю, родиться в моем... типа, поколение было круто, потому что у детей был такой как бы олдскул еще, типа, когда ничего нету, никаких технологий, и тут параллельно бах, все развивается при тебе, появляется, ну, куча новой хуйни. Это круто, это реально круто. Бля, на мопеде гонял. Я сейчас на мопеде вот здесь гоняю, бывает. Я себе установил приложение, типа, скутер-шеринг. Йоу. Нет, если у тебя реально эта тема так, ну, напрягает, нет никакой зависимости, ни от чего. Зависимость — это вот это, типа, тема. И если ты реально хочешь бросить что-то, ты это бросишь. Зависимость, вот у меня, например, более серьезная от пиццы, чем от травы, тебе скажу честно. Вот так вот. Я намного проще перенесу не покурить, чем, типа, не съесть пиццу. Ну, вот такая хуйня. Помимо битов катаюсь, все. Больше не... Ну, всякой хуйни по чуть-чуть делаю. Inward Hill, конечно же. Я просто научился сначала кикфлип... Нет, вру. Кикфлип Body Varial.
а потом научился инвард, а потом научился кикфлип, фейки-флип, и уже пошла более-менее нормальная движуха. Хотя изначально учил вообще хилфлип, чуть ли не целый год. Очень сложно было ворваться, ну, в скейтборд, но... Ну, типа, сейчас я понимаю, что, бля, вообще не запарно кататься, очень круто. Получаю до сих пор кучу удовольствия, как и в первое время. Ну, видишь, у всех свои проебчики, типа, у всех свои зависимости. Ну, не знаю про создателя интернета. В любом случае, вещь полезная. Благодаря ней, благодаря этой вещи можно, короче, вот заниматься музыкой, как минимум, нормально. Да вон, да, мой кореш, пацаны, мы с ним, типа, вместе хилфлип учили. И он помнит, сколько, блядь, было времени въебано. А видишь, братан, а потом я начал кататься как раз с пацанами, там в скейт-парк ездить и все такое. Я научился вообще сначала 4 других трюка, которые, типа, и потом уже со временем хилфлип. Хотя, по сути, я вот сейчас, типа, катаюсь и понимаю, ну, когда, типа, после кикфлипа учишь свитчфлип, типа, как-то, блядь... Ну, короче, ты просто понимаешь, что это несложно, это все то же самое, только другими ногами берешь и делаешь. Ну. Единственное, что я еще не осилил, реально, это хардфлип. Это, сука, меня реально сводит с ума вообще. Да, Кит Хейзен, Метро Бумен. Дэмит. Хилфлирт. Вот этот гонфлад или флюд, не знаю, короче, не нравится вообще. Вообще мне русский рэп вообще очень далек, нахуй, хуйню. Вот, бля, я штука, типа, рассказывал, что, ну, типа, бля, долго времени было, прошло. Йо, Ванёк. Сейчас я могу кикфлипить хилфлип во всех стойках, но... Бля, кстати, свитчлип получается лучше, чем свой. Я вот с этой хуйней ору. Как Ванёк там в Питере? Как? Каточка прёт? Да, было время. Да много чего там. Букина смотрел, нашу Рашу. Ну все, я смотрел все то же самое. Я уверен, что смотрели вы. Типа все мы смотрели одно и то же. И СТС, я уверен, из вас ДПЯ народу смотрела. Кино в 21.00. И весь этот набор мультиков из детства, типа... Чем, блядь, мы все с вами одинаковые в этом вопросе, типа. Ну да, это вот именно что ностальгия, типа. Охуевшая, причем, лютая. Я бы очень хотел бы в то время вернуться. Из новых, смотря из какой вообще страны, из какой движухи. Да, реально, было очень хорошее время. Богатырей. Ой, блядь, что-то не помню такое. Не, я вообще любил там Бэтмена нового, там посмотреть Лигу Справедливости. Джеки Чана, например, бля, охуевший мультик. Ну, много чего. Шаман Кинг, помню, смотрел. Еще у меня в детстве была тарелка с Netflix. Ой, не Netflix, какой Netflix. С Jetix и с этой хуйней. Николодион, во. Киса съехала пока на отпуске, братан. Бля, я русские мультики не очень люблю. У меня в детстве были... Батя записывал кассеты, короче, с мультами. И чё-то, бля, меня не так угнетали. Бля, я не знаю, братан, я не ставлю каких-то ярлыков, рамок, друг, не друг. Мне вообще все эти разделения не нравятся, типа... Мне достаточно слова «общаешься с человеком». Общаешься хорошо, можно общаться плохо. Общаемся нормально, все. Чё ты, блядь? Это, блядь, разделения непонятные вообще. Трудненько первое время, да. Базар есть такой. Ну, когда переезжаешь, всегда трудно. Батёк вообще на рэпе. Он больше не играет в покер и... Ну, короче, просто сидит дома, что-то делает. А в Турцию он ездил недавно к этой... К моей сестре, короче. Ну, у меня же от него, как по его линии, сестра есть, типа, он вот с ней висит очень много.
Ну, а так я с ним просто созваниваюсь и все. Вот. «Люди в черном» — бешеный мультик. Я, кстати, его год назад пересматривал. И «Черный плащ» еще в то время показывали, и я всегда расстраивался. «Рейнджеры» — дерьмо вообще. Не нравились мне никогда. «Лил Памп» — плох. Ну, типа, реально, в смысле, какой гений. Ну, не, ну, что, в смысле, ты че? Ну, а вот именно зачем разбрасываться этими словами? Это как, типа, бля, я люблю тебя, ты любишь меня? Да, я люблю тебя. Ну, что это такое? Илюху Приму знаешь? Хуя ты на приколе. Бля. Скуби-Ду вообще, а Том и Джерри, блядь. Ну чё там, классика. «Черный плащ» я проебывал из-за детского садика, вы уебишные пидорасы. Или из-за школы, первый или второй класс. Бля. Ну да, ну мы типа, ну Илюха живет сейчас рядом, буквально пара домов от меня. Я не знаю, ребят, типа вот эта тема, репутация плохая или что-то еще. Есть человек, есть конкретно ты. Ты общаешься с человеком. И в зависимости, понятно, что надо слушать окружающих в этом каких-то моментах, но пока ты сам с человеком какую-то хуйню не попадешь, говна не поешь, типа, не надо делать никаких поспешных выводов. Либо можете вообще с человеком не общаться, если ему не доверяете. Я считаю, что мне, я общаюсь, мне прикольно. Я пиздато провожу время, хожу с корешем на пляж, типа, фагаю, типа, мне никто нож в спину не кидает, как бы. А, все, это. Новый тейп, мэн, завтра в 2. Сори, я сегодня проебал все. «Волк и заяц» — неплохие пацаны были, да. Классика. Не, про футбол хуй знает. Не люблю разговаривать. Никак. Хуёво она выступила. Ну, бра, братан. Типа, друг, не друг. Есть просто люди, кому ты доверяешь, кому нет. Семья там, типа. Мне достаточно семьи и пары человек рядом, и все. Девушка или жена, или там, ну, все, что в этом роде, которая, типа, реально с тобой, там, это тоже это очень круто. Не такую поискать надо. White Punk, блядь, сегодня что-то вы White Punk'а так сегодня спрашиваете. Нормальный чувак в плане музыки, но мне не близко его движуха. Давай, Илюх. Ну, видишь, у всех по-разному. Ванёк, здорово. У кого-то, видишь, я доверяю больше родственникам, чем... Ну, не то не родственникам, а именно своей семье, типа, чем окружающим. Потому что я знаю, что семья меня не предаст никогда. Не сошлись с Олегом в чем-то? Ну, ушел. Бульдоджи, Маныга, Маныга, ты как? О, да ладно, Ванёк. Ты чё, серьезно что ли? Да, надо будет повисеть обязательно. Напиши мне заранее перед вылетом, чтобы я не забыл. А то у меня это, ну, бывает, такое вылетает из головы. Зависнем, ты чё, блядь? По зависалову я главный, братан. У меня с этим, типа, все четко. Семья в России, не-не-не, барс только я. Я живу в районе Форум, Эль-Марешме. Да потихоньку, братан. Сегодня что-то немного проебался, но... Да, брат, я Black Man. Black G. Да, Ванёк, повисим вообще на рэпе. Я рад, что увижу тебя. С Куражом у меня не получилось, пиздец, пересечься. Там был вообще замес. Этим и занимаюсь мы. Ну, не знаю, пацаны, не люблю.
фильмы чужие, ну, типа, перебирать там вот эти все моменты. Ну, есть ситуация, есть все, есть результат. Black Bulldog. Ты, блядь, шутник какой. Я живу в 20 минутах от центра. Олег живет в центре. Здорово, мэн. Это, Санек, Михаля, а чё ты, может, это, профайл-то мы когда-нибудь видим твой, или чё-то там, катаешься? Да, именно, битмейкер. Вот, да, про Олега все вопросы. Всю пачку сразу красиво. Почему за год? Олег живет здесь уже лет 5. Не, это, слушай, завтра в 2, потому что поздно уже, не хочу сегодня выкладывать. В прайм-тайм выложу. Так, братан, хотя бы в инстик чего-нибудь, но я хоть посмотрю, бля, а то я соскучился, нихуя не выкладываешь. То какие-то перевороты непонятные. Ну вот, давай, работай, работай. Я жду. Бля, на Тьюзи скат хороший спот. Базар. Real Street Shit. Манега. Да. Тёмик будет врываться скоро. Скоро он нормально сделает. Я в этого пацана верю. Фредо Сантана Реинкарнейшн будет, пацаны, только на русском. Не-не-не, реально, я говорю без шуток. Я всегда говорю как есть, типа, ему работать еще много, но у него определенно есть, типа, как это сказать, потенциал вон, в этой теме. Я в него верю, короче. Потому что сейчас у нас много рэперов, но что-то как-то большинство масса минус мал. Ну, естественно, но как без этого? Блядь, Санёк, угомонись. Мне кажется, в Украине сложно будет найти лучше хуже. Ну, хуй знает, я за Украину не особо шарю. Йоу. Вот он. Манига Reality Beats in the house. Брат, все, контакт ВКонтакте, понял? Нахуй, это DM ебаный, там проще намного. И вообще, скинь мне этот, Telegram или WhatsApp, так даже будет еще лучше. Да, гражданство получить, наверное, Google подскажет. Я, типа, знаю ровно столько же, сколько и ты. Мне тоже придется сейчас открыть Google для тебя, чтобы посмотреть и тебе это рассказать. Наверное, стоит самому посмотреть. В МСК базара ноль. Там, наверное, много чего есть. Да-да-да, типа, вот. ВК и телефон. И все, этого достаточно. Да, я об этом и говорю. Вот я завтра в 2 сливаю тейп, но по факту он уже готов, то есть мне с ним ничего не надо делать. И все. I'm ready to work. Бля, пацаны, я ничего не знаю за Тарасова, тем более за LG. Какие-то, блядь, мутные вопросы. Хуй знает, я ничего не слышал. Здорово, мэн. Флипованных, что? Прости. Флипованные.
Я отвечал же уже на по поводу битмейкинга. Вот так. Во, от души вообще, мэн. Бля, супер. Я тоже сейчас чего-нибудь подигаю. У меня есть более-менее уже, так знаешь, типа сформированное в голове реальное видение того, что я хочу сделать. Поэтому я тебе в эту идею выскажу. Флипованные джоны. Нормальная тема. Вас смотрю, пацаны, вообще там в Питере мозг потек. Флипованный. Да, Isolator, пушка вообще. Маныга. Вот так. Флип ин, флип аут. Флин ин, флин аут. Хуя себе, у вас тут даже адреса есть. Это старая трэп-хата. Типа вот. База Haunted Family. Да, мэн, я это... Я не стригся с момента, когда я уехал, типа, из России. Мне просто что-то западло было, а потом я подумал, типа, да похуй, вообще нормально. Да, у вас там просто температура большая, брат, вас подплавливает. У меня тоже, кстати, такая же. Я вот с этого больше всего ору. Можно было в Барсу не уезжать. Да, маныга, связь. Я уже сегодня буду отдыхать. Русские волосы, в русских волосах русская сила. Вот, вообще, да, ты правильную подборку вопросов сделал. Не, ну флипованные сюда можно не включать, флипованные просто, типа, пацаны флипованные. Нормально тебе. Не, вот у меня телефон реально ебет меня, по 30 уведомлений какие-то выкидывает, из-за этого у меня все виснет, вот как было на трансляции до этого. Кстати, если у кого-то реально этот скрин есть, ну, в плане, из тех, кто сейчас здесь есть, скиньте мне, я тоже посмеюсь. Адрес штаб-квартиры. Да, там малой живет. Именно. Он отвечает за базу. Смотритель базы. Трап-моллюск вообще, на самом деле. Янг Трап-моллюск. Флипованные. От запуска программы до конца, вот прям от до сведения, очень сложный вопрос. А просто написать часик. Братан, это все с завтрашнего тейпа. Завтра днем будет тейп. Да, по Амгене это сильно было. Блять, генератор фраз. А, бля. Не, нахуй, идите, не буду. Пропаганда наркотиков в социальных сетях — это очень плохо. Пошли в жопу. Так, пацаны, все, типа, реально, трап-моллюск. Все, нахуй, какой трап-малой. Пишите, моллюск. У него еще, короче, местный никнейм Рауль. Если кто-то из вас напишет ему: «Йоу, Рауль», я просто буду орать. И если не один раз, то я буду вообще капитально орать. Как минимум, слышь, Михал, пиши ему: «Слышь, Рауль». Я тебе говорю, он жестко бесится, когда его Раулем называют. Йоу. Раб, моллюск. Рауль, чел, Рауль. Не, ну, а может, я табак курю через бонг. Как этот, хай-грейд табак. Пацаны, все реально Рауль. Это, типа, вот отвечаю будет ор. Потому что, короче, был какой-то замес, и там были чуваки, и они думали, что он испанец, а он, типа, ну, он просто не разговаривал при них по-русски, и чуваки сказали другие, да, им, типа, это наш кореш Рауль. И они к нему подходят и говорят, типа: «Рауль, типа, ну, все, мать, пока, типа, hasta luego», типа. Я такой: «Чё, какой нахуй Рауль?» Да не, он бан не кидает, он добрый парень. Рауль. Блять. Да не, моллюск нормальный пацан. Ну, типа, знаете, круто, когда есть чувачок в компании, с
ну, как бы с которого и с которым можно поорать нормально. Хоть так хотя бы не скучно тебе. Рау. О, Инстаграм говорит, что осталось 2 минуты до конца. Ограничивает меня. Ну и ладно. Короче, пацаны, битейп, как я сказал, завтра, вот, и надеюсь, что вам понравится, потому что я старался. Хотя, как я говорил, это, я, грубо говоря, сливаю все, что мне не нужно для новых проектов, это, как бы, грубо говоря, аутейки, поэтому... Я не въебываюсь, они хорошие, но все же это аутейки. Можно лучше. Моллюска OG, кстати, звучит неплохо. Хорош. Да, старый Юнион. Покоцанный. Константина Кабанова. Про Эдмонда ничего не знаю и знать особо не хочу. Так сказать.